В Германии немецкие профсоюзы вывели людей на акции протеста. Вчера частично замерли несколько крупнейших аэропортов. Чья очередь сегодня, узнаем от Татьяны Лагуновой. Бастуют все. В Германии масштабные предупредительные акции протеста. Организовал их профсоюз «Верди», который представляет интересы госслужащих и работников сферы обслуживания. А это значит, что на работу не вышли представители самых разных профессий. Учителя, воспитатели детсадов, врачи, сотрудники миграционных ведомств, водители общественного транспорта и многие другие. Наша цель – громко заявить о себе, чтобы все, прежде всего работодатели, нас услышали. А услышать работодатели должны требования о повышении зарплаты. Профсоюз называет и сумму добавки – 6%, то есть не менее 200 евро в месяц. Я хочу, чтобы мою зарплату подняли, как и требует профсоюз, на 6%. То, что я получаю сейчас, недостаточно для нормальной жизни. Бастуют члены профсоюза по очереди. Так, например, накануне свою работу остановили сотрудники аэропортов Бремена, Кёльна, Мюнхена и Франкфурта. Из-за чего авиакомпаниям пришлось отменить сотни рейсов, и вовремя не смогли вылететь 90 тысяч пассажиров. Сегодня аэропорты уже работают в нормальном режиме, но если требования профсоюза не будет выполнено, стачки повторятся. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое бюро телеканала «Интер».